Привет, друзья! Приехали мы сегодня с вами проверить одно новое местечко. Ну как новое? Для меня оно новое. Говорят люди, что здесь находили скифские наконечники. Вот и проверим, что за место, что находили. Смотрел на царских картах. Здесь точно ничего нету. А вот на картах немецких периода войны здесь была деревушка. Так что мусор точно должен быть. А там посмотрим. Так, не переключайтесь, думаю, будет интересно. Да, место интересное. Наверное, здесь было когда-то слева большая река или озеро. Но не знаю, как насчет наконечников, как насчет скифов, а бухари здесь точно были. Так, вот первый меняемый сигнальчик. Вот. Ну, это 100% советик, так как бил как советик, а я еще и зацепил. Но я бы был не я, если бы не... Вот это у нас трешка. 3 копеечки. 70 какой? 75-й год. Вот тебе и о деревне. В таких годах вроде уже и не было. Может, какой-то тракторист потерял или охотник. Ну, первая находочка. Будем надеяться, не последняя. Ищем дальше. Вот, смотрите, какая цепь лежит. Прямо наверху. Красивая. Плетеный. Ух, заберем. Вон там у нас, друзья, дачи. Живут дачники на той стороне в лесу. Елку им можно и не рубить, просто так украсить. Так, вон пришел я оттуда. Ветер поднимается. Так, был у меня сигнальчик вот с этой ямки. Как-то искал долго. И вот у нас лежит монетос. По размерам это, конечно, 5 рублей Николая II. Но шиш тебе, а не золото. Это у нас золото партии. Сейчас посмотрим. Это у нас 2 копеечки. 2 копеечки, 35-й год. А здесь, ну а здесь так вот. Земля какая-то, вроде и песочек, но сохран не очень. Где же скифы? Так, не переключайтесь. Опа, ребята, у меня очень интересный сигнальчик. У меня так пищит или шмурдяк, или металлопластика. И вон в ямку скатилась какая-то хрень. Сейчас мы посмотрим. Классно. Где ты? Вот ты. Это у нас чего? Это у нас чего? Чего-то зеленое, какой-то шарик. Не, не шарик. А что это такое? Сейчас чуток почищу и покажу. Да, ребята, это то, зачем я сюда приехал. Я такую штучку находил, но она была еще больше сломана. Это как будто с ремня называется застежка или как-то так орешек. Вроде период скифов. Ну, по зеленой патине понятно, что явно не совдеп. Вот такая вот штучка. Обила как пробка. Классно. Вот сейчас найду здесь какое-нибудь
копье. Вот так вот. Не переключайтесь. Ищем дальше. Вот, смотрите, домик. Вам должно быть видно. А там у нас дальше какие-то деревья. Может, схожу еще и туда. Вон туда. Если дойду. Вспашка такая. Вот как здесь красотень, наверное, было когда-то. Ну а сейчас один камыш. И тот сожгли. Вон где-то там кто-то кашеварит. Дым идет. Так, а у меня, ребята, интересный сигнальчик. Это точно не совдеп. Это монетка. А, вот она лежит. Дождалась она меня. Вот-вот-вот. Это. Это не монетка. Твою мать. Это пуговка. Или конина. Что-то для пуговки. Очень большое. Да нет, пуговка. Вот смотрите, какая огромная. Без надписей, без ничего. Наверное, с плаща какого-нибудь римлянина. Ищем дальше. Ха-ха, ребята, смотрите, чего я нашел. Вот с этой ямы. Где-то глубина штык фискаря, но он был сбоку. Лишнее я выкопал, блин. Вот он. Ха-ха. Вот он. И если я правильно понимаю, это наконечник. Как бы только был целый. Целый, целый, целый. Ух ты. Ух ты, ну ты. Ух ты, ну ты. Вот тереть не буду. Вот смотрите. Какой красавец. Вот он. Вот такой вот красавец. И эта штучка не обломана. Аккуратно дома помою и в коллекцию. Фух, как бы не задохнуться от удовольствия. И тут всего-то, вон, смотрите, я выкопал пуговку римского легионера. И вот здесь, что тут, метров 20 ходил по спиральке и сигнальчик. Фу, класс, аж тепло стало, а то уже чего-то начал замерзать. Фу. Красотень. Еще похожу, а уже думал домой ехать. Сигналов немного, и то в основном в Бухарии, да, проволока. Вон сколько отошел уже от машины. Далековастенько будет. Так что еще походим, ребята, походим. Так, смотрите дальше. Фух, парни, руки дрожат. Фух, выкопал вот такую вот яму. Какой тут нахрен фискарь? Тут все два фискаря. Ай, да что же. Ай-яй-яй. Вот. Выпала вот такая штука. Ах, класс. Вау. Я уже ее просто обсмотрел с разных сторон. Это у нас топор, ребята. Ах, я ее саданул чуток. Это у нас топор. Не знаю, какой культуры, не знаю, чей, но топор. Такую вещь я нахожу впервые. Это все, это в рамочку на стену.
Класс. Сейчас посмотрим ближе. Вот такой красавец. Сейчас чуток почищу и покажу целый. Кто знает, ребята, что за топор, напишите. Ну, а если вам будет всем тяжело, я и сам в гугле посмотрю. Красавец. Вот, чуток почистил. Обух целый, не разбитый. Чуток ржавый, но ничего, почистим. Вот не пойму только, наверное, на лезвие вот этот вот кончик сломан. Или может это, чтобы было удобней по черепушке бить. Не знаю, ребята. Крутая находка. Ой, удачный выезд. Так, не переключайтесь, ищем дальше. Вот у нас ямка, друзья, и где-то была монетка. Ты где? Где же ты? Где? А, вот лежит, вижу. Вот, смотрите. Ну, это советик, потому что била как кака. Так, сейчас посмотрим. Какой это у нас супер редчайший год. Это у нас, понял, это у нас 15 копеек, 46, не, 56 год в квадратике. Ранние советы. Почему же серебра нет? Вот такой у нас герб. Ну чего, находочка. Надо, значит, серебро где-то рядом. Мы его обязательно найдем. Так, ищем. Вот, смотрите, как бывает. Накопишь оно как. Прибор прибором, но везение — это главное. Вот видите следы. Следы были до морозов. Вот шел человек, махал клюшкой. Шел, шел, шел. И пошел туда. А здесь буквально, ну, 2 метра от него я откопал монетку. Так, где ты? Я же тебя видел. Так, сейчас найду, покажу. Ага, вот, нашел. Вот, видите? 5 рублей Николая. Так. Это у нас чего? Ага. Это у нас... Две копеечки СССР. Год, конечно же, 27-й. Почти. 38-й. Вот так бывает. Прошел рядом и не нашел. И думаешь, интересно, прошел я что-нибудь стоящее или нет. Пускай монетка недорогая, но находка. Хорошо. Берем, ищем дальше. Не переключайтесь. Сходил я, ребята, к тем деревьям. Вон верхушки видно. Нет там ничего. Мусор, проволока. Вернулся назад, уже иду к машине. Вот здесь какая-то свинья вырыла вот такую яму и не зарыла. Типа, меня никто не видит, я ничего зарывать не буду. И вот он пошел, видите следы. Вот еще одна, ну эту чуток зарыл, и вот еще одна. Чего хочу сказать, ребята, зарывайте ямы, зарывайте ямы, чтобы его, блин. И будет вам счастье. Вот, смотрите, от следов был классненный сигнальчик. И вот она. Сейчас приблизим. Любит дед тех, кто к нему относится нормально.
Вот так вот, ребятки. Сейчас вытащим ее из земли. Опа. И чего? Копеечка. 1901 год, да? Николай II. Било, конечно, как серебро, но все же. Хорошая находочка. Вот, смотрите, остался оттиск от монетки. Во как. Все, ищем дальше. Иду я, друзья, вон оттуда. Так, возле кромки поля. Вот опять следы того, кто не зарывает ямки. И возле его ямки, возле его следов, точнее, вот выпал сигнальчик. Вот, смотрите. Наперсток. Вот так его дед карает за то, что он не зарывает за собой ямки. Вот такой вот наперсток. В комочке земли сейчас вытащу. Вот, ребята, такой наперсточек. Тракторист Василий, конечно, его не пожалел. Но все же. Приятная находочка. Берем. Вот она, вот она. Вот, смотрите, выпала такая немаленькая монетка. Вот с этой ямочки. Дальше иду по кромке. Вот у нас чего это? Сейчас чуток почищу, покажу. Это у нас, ребята, пятачок. Подуставший, конечно, но все же. Пятачок 1880 года. Походу Александра III. Я их путаю. Ну, такой сохран такой. Но они что-то всегда затерты, эти пятачки. Но все равно очень приятно. Итак, ребята, мой коп на сегодня закончен. Думаю, покопал неплохо. Часика 4. На поле был рано. Сейчас в 7. Сейчас вышло солнышко, обед. Хорошо, тепло. Что нашел, покажу. Итак, друзья, вот все находочки, можно сказать, за 4 часа и чуток. Пятачок Александра III. Пуговка с плаща римского легионера. 2 копейки почти 27 года. Трешка поздних советов. 15 копеек ранних советов, те, что в квадрате. Вот. Зачетная находочка. Наконечник скифский. Скифский. Копеечка Николая II. Двушечка. И вот он. Гвоздь программы. Сигнал был как монетный, только какой-то такой, знаете, не отклик, а как будто смазанный. Но был цветной. Глубина, конечно, была где-то 2, может не 2, почти 2 фискаря. Но решил копнуть. Так что еще раз доказывает, не ленитесь копать подозрительные сигналы. Да, ребят, кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Если кому не понравилось, желательно бы было написать почему, если у вас хватит на это смелости, а не просто гадить. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Всем удачи. Не болейте.